Пока мы с вами отдыхали, клещи работали, и делали они это более чем продуктивно. Только за последнюю неделю 550 жителей Иркутской области были укушены паразитами. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализирован один человек. В первую очередь в зоне риска оказались те, кто посвятил праздничные дни отдыху на природе и дачным заботам.